можете привлечь клиента, который изначально пришел к нам как инвестор или самостоятельный трейдер. Вообще наша компания предлагает ряд продуктов, да, то есть самостоятельная торговля, инвестиционные проекты, ну или партнерские программы. То есть вы привлекли клиента, он изначально заинтересовался торговлей, начал совершать торговые операции, понравилось, не понравилось, начал инвестировать в нашу компанию, составил портфель, понял, что на это можно зарабатывать. Заинтересовался партнерской программой, начал привлекать клиентов, тоже стал партнером. То есть ваш партнер стал партнером. Соответственно, у вас получается уже второй уровень. Вы зарабатываете со второго уровня 15% от спреда. Есть еще третий уровень, 5%. То есть в итоге мы платим уже больше 60% от спреда. То есть большую часть своего дохода мы отдаем своим клиентам и партнерам. Вот. Соответственно, вы можете однажды привлечь какого-то друга, который может настолько заинтересоваться, открыть даже официальное представительство, стать нашим официальным партнером, да, и на этом зарабатывать. А вы всего-навсего привлекли однажды такого клиента, и он стабильно начинает вам приносить доход, который растет у вас, растет с каждым днем, растет, и вы на этом тоже зарабатываете. Это одна часть партнерской программы, то есть это разделение спреда. Вторая схема – это CPA-модель, это фактически фиксированная выплата за каждого привлеченного клиента. Многие трейдеры начинающие не понимают, сколько я заработаю. А вдруг я привлеку клиента на 10 тысяч долларов, и за один день он потеряет все средства. Я на этом ничего не заработаю. То есть спред у меня никакого не сформируется. В таком случае мы предлагаем вторую модель. Вторая модель – это CPA. Это фиксированная оплата за действия клиента. То есть вы его привлекаете. Он открывает счет нашей компании, начинает совершать торговые операции. В соответствии с тем, как он торгует, мы выплачиваем вам фиксированную стоимость. За каждого привлеченного клиента, в зависимости от того, на какую сумму он пополнил, мы выплачиваем вам фиксированную сумму. Сейчас в нашей компании счета мы открываем от 0 долларов. Чтобы вы понимали, за клиента на 20 долларов мы платим 10 долларов вознаграждения. Соответственно, если вы привлекли клиента на 2000 долларов, вы гарантированно получаете 300 долларов. 300 долларов от 2000 – это 15%. Это фиксированная единоразовая ставка, вне зависимости от того, заработает клиент, потеряет, выведет через там, 2-3 месяца, не понравится ему условия или еще что-то. Вы гарантированно опять-таки на этом заработали. Всю сумму вознаграждения наша система позволяет вывести на любую платежную систему или перевести в торговый счет или инвестиционный проект. То есть фактически от партнера до трейдера у вас один шаг. Вам нужно нажать две кнопки, чтобы инвестировать, составить портфель и так далее. Многие наши партнеры так и делают. Начинают привлекать клиентов через интернет, своих знакомых, генерируется какое-то вознаграждение. 300-500 долларов сгенерировать достаточно просто. Для этого нужно привлечь всего лишь несколько человек. И далее начинает инвестировать свои заработанные средства в нашу компанию. Да, соответственно, зарабатывать еще больше. Вот. На самом деле партнерская программа – это очень хороший способ заработка. К сожалению, большинство упускает это из виду. Так или иначе, 2, 3, 5, может даже 10 ваших друзей инвестируют в какие-то, может, хедж-фонды, кто-то в банк, кто-то еще куда-то. Не упускайте это из виду, попробуйте сами и рекомендуйте своим друзьям. Если вы ранее этого не делали, то зря вы этого не делали. Клиент с 1000 долларов может вам 100 долларов ежемесячно генерировать. Это дополнительная мотивация для вас, как для трейдера. То есть вы, может, и не заработаете на рынке, да, но партнерская программа гарантированно и точно принесет вам доход. А что за многоуровневая система? Многоуровневая система позволяет вам привлекать не только партнеров первого уровня. То есть если ваш клиент позже заинтересуется партнерской программой и начнет привлекать клиентов, то вы будете зарабатывать уже с привлеченных им клиентов. Какая глубина? На сегодняшний день у нас три уровня. Первый уровень дает вам порядка 40%, второй уровень 15%, третий 5%. То есть вы на третьем уровне вы получаете 5% от спреда с клиентов, привлеченным партнером второго уровня. У нас на старте мы отдаем партнерам порядка 40% от спреда. Но мы имеем возможность расширить это вознаграждение в зависимости от того, какой объем торгов генерирует ваш клиент. Скажем, если ваши клиенты сгенерировали 300 и более лотов в этом месяце, то вознаграждение в следующем месяце будет уже не 40%, а 50%. Если они сгенерировали 600 и более лотов, то в следующем месяце вы уже получите даже не 50%, а 60% от спреда именно от своих клиентов. 600 лотов.
60% от спреда это минимум 12 долларов на лот. Клиент в 1000 долларов генерирует там, 5-7 лотов минимум в месяц. Это среднее значение. Конечно, бывают и те, кто очень неактивно торгует, но есть очень агрессивные трейдеры, которые торгуют гораздо большим объемом. Вот. В среднем, я повторюсь, да, я уже это говорил, порядка 50% вы можете рассчитывать на это значение. Немного статистики. В принципе, хотелось бы понять, да, для многих, как долго я могу зарабатывать на партнерской программе, как долго живет клиент, сколько это в проценте от депозита, какую сумму я заработаю в конечном итоге. Здесь я привел вам небольшую статистику о том, сколько в среднем живет каждый клиент, какой средний депозит, какой объем торгов генерирует каждый клиент и так далее. Да? То есть, чтобы вы понимали, средний депозит нашего трейдера составляет порядка 2000 долларов. Такой клиент генерирует порядка 30 лотов в месяц. Вознаграждение нашего партнера минимум 8 долларов на каждый торговый лот, если говорить о стандартных счетах. То есть 30 мы умножаем на 8, 3 на 8, 24. Да? 240 долларов вы получаете с одного клиента в месяц уже, на старте. Вот, соответственно, модели есть разные. Если это CBA модель, да, как я уже говорил, да, то фиксированная выплата вам даст порядка 150 долларов на пополнение в 2000. Соответственно, конверсия нашей компании очень высокая. Да, то есть мы открытая прозрачная компания с хорошими выгодными условиями, как для клиентов, так и для партнеров. У нас есть инвестиционные проекты, то есть любой начинающий трейдер может прийти и, зарегистрировавшись однажды, получит профессионального наставника, который подберет ему инвестиционный проект, самостоятельную торговлю или копирование себя. То есть вы получаете на выходе профессионала, который поможет вам начать зарабатывать на финансовых рынках. То есть задача партнера на старте всего лишь завлечь клиента, зарегистрировать его, но в дальнейшем работать будем мы, разделяя с вами какую-то комиссию. Ну и, соответственно, каналы привлечения. Для многих загадка, как же привлечь клиента. Многие думают, что здесь нужен только масштабный подход, только серьезный бизнес и никак иначе. Значит, на сегодняшний день я разделяю каналы привлечения на два варианта возможных. Это онлайн привлечение или офлайн привлечение. Они очень сильно отличаются. Офлайн привлечение, по сути, это какие-то знакомые, друзья, то есть сарафанное радио, может быть, даже колл-центр, то есть открытие представительства, это тоже своего рода офлайн. Да? Вы можете построить этот бизнес с нуля. Я всем своим партнерам рекомендую. Мне часто задают вопросы. Я хочу открыть представительство. Что для этого нужно? Здесь вопрос достаточно прост. Вы для начала привлеките 2-3 клиентов. У вас наверняка есть знакомые, которые хранят деньги в банках, инвестируют еще в какие-то компании и так далее. Так или иначе, они на этом зарабатывают. Вы можете им рекомендовать нашу компанию. 2-3 клиента уже принесут вам доход в несколько сотен долларов. Соответственно, вы оцените, во-первых, качество компании, обслуживание клиентов, поймете, как много вы можете на этом заработать, чтобы спрогнозировать дальнейший план действий для реализации того или иного бизнеса. Ну и, соответственно, после этого совместно со мной можно составить какой-то бизнес-план по реализации там, открытия представительства. Да? То есть проблем в этом тоже вовсе нет. Опять-таки, представительство тоже может быть абсолютно разным. Вы можете как развивать самостоятельно свой бренд, так и стать официальным представителем нашей компании. Да? То есть получить какие-то брендированные маркетинговые материалы с нашей стороны. Вы можете быть каким-то обучающим центром. Да? То есть вы профессиональный трейдер, хотите растить таких же трейдеров, у вас клуб трейдеров, вы хотите вместе торговать, совершать операции и вместе на этом зарабатывать. Мы ни в коем случае не против. Со своей стороны мы, наоборот, даже очень сильно за. Мы готовы приехать к вам, познакомиться, пообщаться лично. Может даже провести какой-то клубный день для вас, для ваших клиентов, да, для того, чтобы совместно на этом зарабатывать. Вот. Что касательно онлайн-стороны, то здесь ваши возможности еще более обширны. Почему? Потому что интернет сейчас является, наверное, самым перспективным направлением в привлечении клиентов, на мой взгляд. Почему? Потому что у вас здесь есть очень много возможностей, как с вложениями средств, так и бесплатно. В наше время появилось очень много социальных сетей, абсолютно бесплатно. Вы можете создать группу, делать какую-то аналитику платную, бесплатную.
проводить какие-то обучающие мастер-классы. Все это можно проводить онлайн, вовсе не обязательно собирать аудиторию, продавать себя, свои услуги и так далее. Да? Вы можете создать какой-то форум, давать там какую-то рекламу определенной компании. Да? Например, мы можем вести со своей стороны даже ветку с нашим специалистом, который ответит на любой вопрос, который зададут ваши же клиенты, и в итоге этот клиент откроет счет в нашей компании, вы на этом также заработаете. Вот. Есть всевозможные e-mail рассылки, то есть есть какие-то базы, в зависимости от того, какой маркетинг конкретно вы хотите продвинуть. Продуктов в нашей компании очень-очень много. Мы с нашим маркетинговым отделом очень помогаем нашим партнерам в этом направлении. То есть наши партнеры могут задать вопрос нашему маркетинговому отделу, а как лучше реализовать ту или иную email рассылку, что конкретно нужно предложить клиенту, чтобы он в итоге в конечном открыл торговый счет и совместно мы на этом заработали. В этом мы тоже помогаем. Можно создавать видеоматериал. У нас есть свой YouTube канал, который вы можете также рекламировать, отправлять туда клиентов, добавлять себе эти видео. Можно создать свой сайт, блог. Вы можете в конечном итоге быть инвестором нашей компании, да? Позиционировать себя только как инвестор, писать о том, как вы инвестируете в нашу компанию, на чем вы заработали. Это очень популярный вид привлечения клиентов на сегодняшний день. Почему? Потому что большинство частных трейдеров или инвесторов так или иначе хотят однажды вложить и забыть, больше об этом не вспоминать. Открыть счет через месяц, а там уже нарисовалась какая-то прибыль. 10, 20, 30%, неважно, в зависимости от стратегии, которую он выбирает. Вот. В этом мы тоже помогаем. То есть вы можете составить блог, инвестировать в нашу компанию, неважно, там 100 долларов, 200, 300, 500, 1000, всех абсолютно разные направления. Мы поможем в реализации какого-то контента на вашем сайте. У нас очень функциональный кабинет партнеров, в котором вы найдете всю необходимую информацию для размещения на своем сайте, блоге, форуме или группе ВКонтакте, или там Одноклассниках. Да? Вот. Соответственно, вы отправляете туда какой-то трафик, получаете конверсию, мы работаем с этими клиентами, они регистрируются в нашей компании, мы обучаем их дальше, помогаем им инвестировать, ну и, соответственно, совместно с вами на этом делим комиссию. Комиссия может быть разной, да, я еще раз напомню, это или спред, или фиксированная оплата за каждого привлеченного клиента. Здесь я также привел в пример возможный доход на партнерской программе. Значит, здесь расчет ведется от спреда, то есть партнерская программа «Агент» – это именно разделение спреда. Значит, прошу обратить внимание, здесь приведен пример, в котором у партнеров всего-навсего 14 активных клиентов. С 14 активными клиентами вознаграждение составило порядка 5489 долларов. Много это или мало, оценивать вам. Безусловно, вся эта статистика – это всего лишь статистика. Она может быть абсолютно разной, как намного выше, так и намного меньше. Да? Здесь все зависит от того, какой объем торгов генерируют ваши клиенты. То есть, бывает трейдер, который пришел, завел 100 тысяч долларов, совершает одну сделку в месяц объемом 0,1 лот. Соответственно, мы с вами на этом заработаем очень-очень мало. Бывают трейдеры, которые приходят на этот рынок, вносят 1000 долларов и приносят нам 1000 долларов каждый месяц. Вот. В соответствии с этим, в зависимости от того, какой объем торгов сгенерировали ваши клиенты, вы на этом зарабатываете. В среднем наш партнер зарабатывает порядка 10-12 долларов на каждый торговый лот, не меньше. То есть, если вы просуммируете эти объемы, да, здесь 330 лотов и плюс 220, это порядка 550 лотов, в сумме мы заплатили там, 5389, ну, около 10 долларов получилось на выходе. Вот. Информация за месяц. Кабинет партнера подразумевает возможность делать определенную градацию, выбрать за определенный период, то есть у вас полный доступ к этой информации. Более того, у нас есть PAM-счета, и наш партнер может получить PAM-бонус. Что это за PAM-бонус? Сейчас гораздо проще привлечь инвестора, чем самостоятельного трейдера, чтобы он вложил определенную сумму в стратегию и на этом зарабатывал. Наша партнерская программа подразумевает возможность заключить партнеру договоренность с любым управляющим. То есть есть функционал, позволяющий обратиться напрямую к управляющему с целью начать сотрудничать. Если управляющий согласился, обычно другого быть в принципе не может, да, все заинтересованы в привлечении новых инвесторов, то он будет выплачивать, точнее система наша автоматически будет выплачивать процент от дохода управляющего. Например, вы привлекли управляющему инвестора на 10 тысяч долларов, управляющий заработал
еще 10 тысяч долларов в течение года, и у него была своя оферта, то, что он отдаст 20% от своего дохода вам, соответственно, 20% от 5 тысяч будут ваши. Соответственно, 1000 долларов дополнительно к объему вы получите. То есть система автоматически это сгенерирует для вас. Давайте рассмотрим другой пример агента. Здесь вознаграждение больше, но я прошу обратить внимание на ситуацию с вознаграждением партнера. То есть здесь партнер как сам привлекает, так и привлекает партнеров. Причем, обратите внимание, его вознаграждение составило порядка 13,5 тысяч долларов. Из них 11,800 он автоматически получил от партнера другого уровня. То есть всю работу за него сделал другой партнер. Возможно, это офис какой-то, да, который привлекает достаточно большое количество клиентов. При этом у него, опять же, всего 19 активных клиентов и 5 активных партнеров. 5 активных партнеров принесли ему в месяц сумму в размере 11800 долларов. Это говорит о том, что ваше вознаграждение может быть как за привлеченных клиентов, так и абсолютно автономно. То есть фактически вы однажды привлекли партнера, который в дальнейшем генерирует у вас абсолютно пассивный доход. Повторюсь еще раз, все вознаграждение вы можете автоматически переводить в торговые стратегии, вы можете их инвестировать, торговать на рынке, выводить любыми способами. Вот. Для клиентов мы предлагаем возможность пополнить счет без комиссии. То есть для того, чтобы попробовать, вы предлагаете им фактически возможность войти в этот рынок, если не понравился, они могут уйти. Ну и теперь давайте рассмотрим CPA модель. Это как раз таки фиксированная выплата за каждого клиента. Также я взял в расчет один месяц. Здесь мы видим, что за все время было начислено порядка 3350 долларов. Есть два клиента, которые ожидают начисления. Сейчас средства находятся в зарезервированных, да, то есть есть клиенты на проверке, подтвержденные клиенты. Отклоненных клиентов практически не бывает, да, то есть фактически мы какую модель выстроили. Если вы по CPA модели привлекаете клиента, то в течение месяца мы проверяем этого клиента. Основой для выплаты является верификация этого клиента. То есть клиент не просто пришел к нам, да, он заинтересован в сотрудничестве с нашей компанией, действительно хочет торговать, проходит верификацию, то есть выкладывает свои документы и так далее. Это является основанием для выплаты. То есть мы проверяем на называемую аффилированность партнера со своими клиентами. Да, то есть в целях накрутки вознаграждения некоторые пытаются заводить свои же средства, да, и на этом зарабатывать. Но все-таки это не партнерство. Партнерство – это работа в одном направлении, это привлечение клиентов и зарабатывание именно с того, чтобы генерировать какой-то доход. Вот. Здесь в примере объем совсем небольшой, порядка 3000 долларов привлек партнер, соответственно, в выплате висит 350 долларов, то есть, опять же, порядка 10%. Средний чек в нашей компании порядка 1000-2000 долларов, не меньше. То есть на этом рынке вообще очень сложно торговать самостоятельно или инвестировать, если у вас депозит менее 1000 долларов. Да, это действительно очень тяжело. Поэтому вы можете рассчитывать или на фиксированную выплату, да, она может быть тоже не маленькой. То есть если вы хотите на старт заработать и много, то я рекомендую вам выбирать именно CPA модель. Потому что все-таки разделение спреда, это может быть на выходе и больше вам принесет, но на старте вы можете совсем ничего не заработать. CPA модель подразумевает выплату сразу много. То есть фактически компания рассчитывает на дальнейшую работу и выплачивает вам весомую сумму сразу. Еще одна CPA модель. Здесь также мы видим, что у партнера порядка 14 активных клиентов. 12 из них уже подтверждены, 2 находятся на проверке. Здесь мы показали пример, в котором партнер привлекает клиентов с маленькими депозитами. Куда проще привлечь клиента на 100 долларов, правильно? Правильно. Соответственно, вы можете привлекать очень большой поток в нашу компанию. Сейчас мы вообще убрали порог входа, да, то есть минимальный депозит компании сейчас нулевой. Любой клиент может стартовать из 10, из 20, из 50 долларов. Однако партнер получает выплату за привлеченного клиента в случае, если он привлек клиента, минимум на 20 долларов. За клиента на 20 долларов мы платим 10 долларов. Как вы считаете, сколько вы смогли привлечь клиентов на 20 долларов? Любой захочет попробовать торговлю на финансовых рынках,
с депозитом в 20 долларов. Это очень просто. Вы получите 10. Мы, в свою очередь, рассчитываем на дальнейшую работу с этим клиентом. Мы готовы взаимодействовать с такими клиентами. Нам это интересно. Вам вы получаете достаточно высокую работу. Здесь приведем пример в основном клиентов с депозитами 100 долларов. Почему клиенты, партнеры выбирают именно Amarkets? На сегодняшний день ни для кого уже не секрет, Amarkets является лидером на рынке партнерских программ. И также мы предоставляем очень гибкие условия для профессиональных трейдеров и новичков этого рынка. Соответственно, вы получаете очень широкий перечень инструментов для привлечения клиентов. Как партнер вы получите максимально широкий перечень информации в кабинете партнера. То есть вы получаете детализированную статистику по каждому клиенту, по его сделкам, по его торговым счетам, по его балансу и так далее. У нас есть всевозможные картинки, у нас есть обои для рабочего стола, у нас есть баннеры, виджеты и так далее, и так далее. Также вы можете, если вы профессионал, как веб-мастер, вы можете повесить нашу посадочную страницу на какой-то сайт. И в соответствии с этим вы получаете одностраничный сайт и привлекаете туда клиентов. Это проще простого. Вот. Что касаемо клиентов, да? Компания у нас стабильная, существуем на рынке мы с 2007 года. На сегодняшний день мы международная компания, у нас есть контролирующая организация, да, мы состоим в Церфине, у нас есть финансовая комиссия, в ней мы недавно тоже начали состоять. В соответствии с этим финансовая комиссия гарантирует страховку, страхует депозит каждого клиента на сумму в 10 тысяч долларов. Большинство клиентов как раз работает в этом сегменте, то есть порядка 3, 5, 7, там, 10 тысяч долларов – это средний клиент нашей компании. Безусловно, есть клиент и с одной сотни тысяч долларов, да, но в целом страховка в 10 тысяч долларов покрывает и дает вам надежность. Соответственно, вы, привлекая клиентов, можете быть уверены в том, что ваш клиент получит средства. Вот. Для вас, как для партнеров, что очень важно? Широкий перечень инструментов. У нас есть две торговые платформы. На сегодняшний день это самая многофункциональная программа MetaTrader 4. Большинство трейдеров, процентов, наверное, 95, торгуют именно в этой программе. У нас есть X-Station. У нас есть копирование сигналов X-Social. То есть вы можете составить портфель для вашего клиента. Мы можем помочь в этом направлении. У нас есть на сайте рейтинги PAM стратегии. У нас есть на сайте рейтинги копирования сигналов X-Social. То есть инструментов для привлечения у нас очень-очень много. Обращаю ваше внимание, что на сегодняшний день мы также лидеры по количеству инструментов. То есть наша компания предоставляет не только доступ к валютным рынкам, у нас есть возможность торговать акциями. То есть более 1500 инструментов мы предлагаем. То есть если у вас есть клиенты, которые хотят торговать на фондовом рынке, они также могут через нашу платформу X-Station совершать торговые операции через, на фондовом рынке. Для вас, как для партнера, очень важно то, что процент конверсии в нашей компании очень высокий. То есть, если вы заводите к нам клиента, он регистрируется, с достаточно высокой вероятностью вы получаете на выходе клиента, который пополняет счет. Соответственно, вы на этом зарабатываете. Ну и, соответственно, скорость исполнения сделок. Если вы нацелены на профессиональный рынок, мы в большинстве своем работаем именно с профессиональными трейдерами. Мы снизили порог входа на ECN счетах, сегодня это уже не 5 тысяч долларов, а 1000. Для того, чтобы попробовать именно профессиональный рынок, это отличный шанс. Вы можете быть уверены в том, что скорость исполнения сделок самая высокая в индустрии. Мы проверили, анализировали очень много, долго, и в этом мы не сомневаемся. Если вы хотите, то вы можете проверить скорость исполнения сделок моментально. То есть вы открываете сделку ровно там, где вы нажали кнопку «Открыть позицию». Вот. Практически не бывает каких-то проскальзываний, да, даже на новостях, где вы нажимаете кнопку «Открыть сделку», там вы ее открываете. Соответственно, для трейдеров это очень важно, для профессионалов. Признание наших клиентов и партнеров. Значит, недавно мы получили очередную награду «Лучший форекс-брокер на рынке партнерских программ» на RACE Expo в 2015 году, в конце года. Мы достаточно часто публикуемся в СМИ. Вообще компания наша очень-очень широко представлена на рынке СНГ. Мы очень часто публикуемся на всевозможном телевидении, в газетах. У
нас очень интересная аналитика, вплоть до ежедневного видеоматериала. У нас есть брифинги Артема Деева, руководителя департамента аналитики. Соответственно, каждый день наши клиенты, открывая утром наш сайт, уже получают готовое видео о том, что происходит на рынке. То есть текущая экономическая ситуация по основным валютным парам, нефти и ценных бумаг. Соответственно, в нашей компании вы можете получить ряд продуктов. Значит, на сегодняшний день я делю продукты нашей компании на три возможных варианта. Это профессиональные трейдеры, самостоятельные трейдеры, да, те, кто торгует на рынке, хотят сами извлекать из этого прибыль. Это инвесторы и это партнеры. Обращаю ваше внимание, что для того, чтобы стать инвестором, партнером или клиентом нашей компании, вам нужно нажать одну кнопку, заполнить простую анкету о том, есть ли у вас опыт и чем конкретно вы интересуетесь, выбрать ту или иную партнерскую программу, и вы становитесь нашим партнером. Вот. Соответственно, обычно бывает так, что трейдер сегодня трейдер, завтра он партнер. Большинство наших клиентов являются и трейдерами, и партнерами, и инвесторами. То есть я рекомендую вам выбирать сразу все три направления. То есть вы самостоятельно торгуете на рынке, у вас есть друзья, которые также хотят торговать на рынке, вы им рекомендуете инвестиции через партнерскую программу, зарабатывая на этом. Они начинают рекомендовать также нас, они становятся вашим партнером, уже субпартнером. Да? И вот такая вот цепочка гарантирует вам доход. Повторюсь, на старте вовсе не обязательно инвестировать свои собственные средства для того, чтобы на этом зарабатывать. Вы можете стать партнером, партнерское вознаграждение перевести в трейдинг, заработать, инвестировать, рекомендовать друзьям и так далее. На сегодняшний день это вся информация, которую я хотел донести до вас. Если есть какие-то вопросы касательно сотрудничества с нашей компанией, я открыт к диалогу, можем пообщаться сейчас или отойти на стойку нашей компании, где мы более подробно поговорим конкретно, детально и ответим на ваши вопросы.